Сыр натираю на мелкой терке. Листочки базилика надо измельчить. Базилик добавляю к сыру и перемешиваю. Слоеное тесто посыпаю сыром с базиликом. Накрываю тесто пергаментом и немного раскатываю. Нарезаю на полосочки шириной 2-3 сантиметра и пополам. Скатываем рулетиком, немножко прижимаем и на противень. Одну начинку мы сделали, переходим ко второй. Прямо на тесто я натираю отваренный заранее картофель на крупной терке. Картофель распределяю ровным слоем по всему кусочку теста. Теперь сверху на картофель натираю сосиски, также подходит и ветчина. И теперь еще немного сыра сверху. Накрываем пергаментом и раскатываем, чтобы толщина теста вместе с начинкой была примерно 3 мм. Теперь убираем пергамент и заворачиваем в рулетик. Отрезаем. Шовчик нужно нам поставить вниз. Немножко придавливаю, разрезаю пополам и на противень. Теперь берем яйцо, перемешиваем и смазываем пирожки. Булочки с картошкой я еще посыпаю кунжутом. Ребята, духовку я уже разогрела 180 градусов и отправляю пирожки запекаться примерно минут 15-20. Смотрите по своей духовке. Пока пирожки в духовке, приготовим с вами третий вариант. Хочется что-то сладенького. Для этого я просто сначала очищаю яблоко. Ну а теперь нарежу яблоко на небольшие кубики. К яблоку добавляю миндальные хлопья, сахар, и сок лимона. Теперь все перемешиваем. Тесто подпылило немножко мукой и теперь раскатываю, чтобы было тоненькое, примерно 1-2 мм. Теперь смазываю тесто молоком. Выкладываем яблоки на тесто, заворачиваем, в принципе, как яблочный штрудель. Закрываем края. И разрезаем пополам. И получается у нас такая красивая розочка. Теперь в молоко добавляю ванильный пудинг, перемешиваем и теперь пудингом поливаем розочки. Вот прямо вовнутрь на яблочке. Теперь смазываем взбитым яйцом и отправляем в разогретую духовку. У меня духовка включена на 200 градусов, примерно минут на 15. Смотрите по своей духовке. Друзья, пирожки и булочки, да в принципе не важно, как назвать, главное, что очень вкусно и приготовить просто. На раз, два, три мы приготовили целых 3 рецепта. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу и приятного вам аппетита!